Viva Las Vegas. Viva, viva Las Vegas. Ничего. Блин, опять ничего. Ну опять ничего, не везет мне сегодня. Не то, что героям фильма «Билет на Вегас», на примере которого мы, кстати, сейчас находимся. И предлагаю узнать, везло ли когда-нибудь в жизни актерам фильма и приглашенным гостям. Для подростков лечит. Герои фильма «Билет на Вегас» оказываются очень удачливыми. Скажите, вы считаете себя удачливым человеком по жизни? Конечно. А какие моменты происходили, когда вам улыбалась удача в жизни? Встреча с большими режиссерами, хорошие картины, хорошая работа в кино, любовь. Я везучий, я считаю, что у меня есть достойный ангел-хранитель, который меня периодически так управляет, направляет в моей жизни. We победуба! Один раз я выиграла 5000 в автомат. На этом нет, к сожалению, пока что нет. Но я верю, что когда-нибудь удастся. Моя жена – это самая моя большая удача в жизни. Это мои родители, мои друзья, это моя работа. Наверное, мне повсюду улыбается удача. Удача – это вообще необходимый такой спутник для человека, занимающегося творчеством. Или бизнесом, или вообще какой-либо деятельностью, потому что просто быть талантливым недостаточно, должно еще где-то совпасть. Ну, я считаю, что удача – это дело рук каждого человека и образа мыслей, да? Фу-фу-фу, да, нормально все. Удача же такая вещь, ее надо добиваться, она сама никогда не появляется. Раз я здесь пришел бесплатно на премьеру, я везучий человек. 25 копеек в детстве, по-моему, или 50. Что-то такое, или рубль я выиграл в лотерею. Какие были такие везучие ситуации в жизни? Все, начиная с того, что я поступила в Щукинское училище. Моя любимая профессия – это вообще удача и везение. Не умею петь, у меня нет слуха, голоса и чувства ритма. Вот. Нет, я не певица. Нет. А петь фильм я сегодня не в голосе. Опа. Опа. Вот это наконец-то и мне повезло, «Билет на Вегас». Ну, правда, в Лас-Вегас я не попаду, но ну, хотя бы кино посмотрю. Я пошел. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock.